Туристический потенциал Ульяновска и Ульяновской области обсудили на Всероссийской научно-практической конференции Борис Мезенцев «Творческий поиск архитектора», которая прошла на территории музея-заповедника «Родина Ленина», где работает выставка, посвященная выдающемуся архитектору-создателю проекта Ленинского мемориала. Основными ее участниками стали архитекторы, музейные работники и экскурсоводы. Те события, которые происходят в нашей стране, они явно повлияли на развитие внутреннего туризма. И это мы сегодня ощущаем. Вот весь летний период дом музея Ленина посещал каждый день огромное количество людей из самых разных уголков. Меняется сам посетитель. Если раньше это были, может быть, прежде всего организованные группы, но сегодня меняется сама публика. Сегодня едут люди, сами едут, едут с семьями прежде всего. Кроме того, участники конференции подняли вопрос сохранения грандиозных сооружений эпохи советского модернизма. Долгие годы в Ульяновске только Ленинский мемориал стоял на учете в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Он был поставлен на государственную охрану в 1974 году, спустя 4 года после его открытия. И вот в 2022 году распоряжением правительства были поставлены на учет еще два объекта культурного наследия Ленинского ансамбля, ансамбля Ленинского мемориала, вот этой площади Владимира Ильича Ленина. Это здание главного корпуса Ульяновского государственного педагогического университета и замечательный бассейн, который мы все знаем, с мозаикой, работа Зураба Константиновича Церетели. Участники конференции предложили увековечить имя Бориса Мезенцева, как это было сделано с именами других великих архитекторов, внесших огромный вклад в развитие Симбирско-Ульяновска. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.